Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Шляпа-волшебника. Здравствуйте, малыши! Здравствуйте! Ой! Запачкались! Целиком! Что же теперь делать? Мыться! Целиком! Целиком! Парашек, а голову вымыть? Не, голову не буду. А почему? Мокро. И пузыри вот так вот в глазки и в ушки. Не хочу. Парашек! А играть хочешь? Играть? Хочу. Садись. Сейчас, сейчас. Погоди немного. Закрывай глаза. Открывать уже можно? Еще нет. Подожди немного. Открывай. Вот это да. Настоящая шляпа волшебника. А что она может, Крош? Все, закрывай. Готово. Я кролик. А хочешь, будешь ежиком? Да. Всем маленьким волшебникам пора снимать свои шляпы и ложиться спать. Снимать волшебной водой! Волшебной водой? Ой, о, давай, давай! Закрывай глаза! Раз, два, волшебная вода! Вот это да, барашек! Волшебная вода сняла шляпу. И теперь голова чистая-пречистая. Ага! А теперь пора в кроватке. Да, побежали! Я первый! Ой. Спокойной ночи! Добрых снов! Спокойной ночи, мои маленькие волшебники! Моем голову! А что это вы сейчас будете делать, малыши? Мыть голову! С головой стоять под душем, братцы, множество причин. Моем голову и уши, чтобы маму лучше слушать. Булькаем, фырчим, булькаем, фырчим. Моет голову девочка и мальчик, чтобы голова была словно одуванчик. Моет голову девочка и мальчик, чтобы голова была словно одуванчик. О, какая красота! Барашек, ты теперь цветочек? Ага. А цветы нужно поливать. Моет голову девочка и мальчик, чтобы голова была словно одуванчик. Моет голову девочка и мальчик, чтобы голова была словно одуванчик. Чтобы голова была словно одуванчик. Поздравляю! Здравствуй, барашек!
Какая у тебя чудесная игрушка! Да, я сам ее придумал и сделал. Ежику в подарок. Ну, у него же день рождения. Ой, чуть не забыл. Никуда не уходи. Там. Там, беги скорее. Я не опоздал. Поздравляю с днем рождения. Спасибо, угощайся, пожалуйста. Хочешь пить? А вот твои любимые малинки. Ёжик, с днем рождения! Расти большой-пребольшой. Это тебе подарок от меня. Спасибо, крошик. С днем рождения, дорогой ёжик! С днем рождения! Спасибо, девочки. Хотите... Секундочку. Расти. Какая чудесная песенка! Мы ее сами сочинили для ежика. Какие вы умницы, девочки! Ежик, а у меня для тебя тоже кое-что есть. Вон там, видишь коробочку? Тяни, ежик, не бойся. Ёжик, Нюшенька, Пандочка, Крошек. А где же Барашек? Я тут! Мы тут! Ёжик, это тебе! Это самый лучший день рождения в моей жизни. И в моей. Получать подарки приятно, а дарить их еще приятнее. Веселого праздника, малыши! День рождения. Ёжик, а у кого следующий день рождения? У Крошика. У Крошика! Этот день он самый-самый, так и хочется запеть. И смешные папа с мамой все пытаются успеть. В этот день подарки дарят, и сбываются мечты. Потому что в этот день родился ты. С днем рождения, с днем рождения. Не болей, не грусти. С днем рождения, с днем рождения. И на радость всем расти. В доме шум и веселуха, тарарам и чудеса. И тебя за оба уха нежно тянут в небеса. И пускай от шума гамма чуть кружится голова, мы споем такие важные слова. С днем рождения, с днем рождения. Не болей и не грусти. С днем рождения, с днем рождения. И на радость всем расти. С днем рождения, с днем рождения. Не болей и не грусти. С днем рождения, с днем рождения. И на радость всем расти. С днем рождения. Пёрышко. Здравствуй, барашек. Хорошая погода сегодня. Здравствуйте, я гуляю. Ой, что это? Барашек, это перо. Нравится? Ага, красивое. Поймал! Что это, барашек?
перо. Перышко. Твое? А чье? Не знаю. Оно птичкино. Правильно, пандочка. Перья нужны птицам, чтобы летать. Летать? Я тоже хочу летать. На. Я лечу. Неа. Я... А я лечу. О, ня. О, смотри. О. Я лечу. Ой. Неа. Жалко, что мы не птички. Да, малыши, вы не птички. Но, может быть, есть другой способ полетать. Не нужно быть птичкой, чтобы летать. Птицы. Здравствуй, крошик. Что ты там увидел? Птицу! Действительно, птица. Над лесами, над полями, над домами и над нами птицы по небу летят. Птицы по небу летят. С небес глядят. Птица, 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 кто с тобой сравнится? А я знаю, что птички вылупляются из яиц. Умница, крошек. Интересно, а кто вылупится из этого яйца? Ха! Я птица. А летать ты умеешь? Нет. Значит, ты страус. Это такая птица, которая совсем не умеет летать, зато очень быстро бегает. Лебедь плавает в пруду, соловей поет в саду, и павлин свой хвост раскрыл, и орел под солнце взмыл. Прилетел пушистый шустрый воробей, хлебных крошек дай ему скорей. Птица, 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 кто с тобой сравнится? Африка. Доброе утро, крошек. Не буду. Почему? Ты сломал мой сон. Там был слон вот такой. И еще лев. Р-р-р-р. И попугай. И мартышка. У-ху-ху-ху. Малыши, нашему барашеку снилась Африка. Да, Африка. Буду дальше спать. Вот. Барашек, а мартышка она у-у-у или у-у-у? Она у-у-у-у. Так? Барашек, а лев это р-р-р или мяу? Р-р-р. Я лев.
Я мартышка. Мартышка. Ну как, барашек, похоже на твою Африку? Нет. Слона нету. Я буду слон. Бум-бум. Топ-топ. Бум-бум. И я слон. Топ-топ. Бум-бум. Топ-топ. И я слон. Бум-бум. А я не слон. Я слоненок. Топ-топ-бум-бум. Топ-топ-бум-бум. А я попугай. И я попугай. Мы попугаи. Малыши, да вы же зарядку придумали. Молодцы, давайте еще разок. Раз, два, три, четыре, пять. Вот мы в Африке опять. У нас Африка. Утренняя гимнастика. Что мы делаем с утра, малыши? Утреннюю гимнастику. Чтоб быстрее нам проснуться, надо просто улыбнуться, громко крикнуть: здрасте-ка! Хороша гимнастика. Попугай на ветке крыльями хлопает, хлопает, хлоп, хлоп, хлоп. На полянке мишка ножками топает, топает, топ, топ, топ. И тигренок, и котенок утром сразу же с просонок спинку выгнул, как дугу. И я тоже так могу. И я тоже так могу. И я тоже так могу. Попугай на ветке крыльями хлопает, хлопает, хлоп, 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 хлоп. На полянке мишка ножками топает, топает, хлоп, хлоп. И зайчишка, как мальчишка, прыгать вовсе не устал. Ты проснулся, улыбнулся, значит, новый день настал. Ты проснулся, улыбнулся, значит, новый день настал. Сладкий дом. Здравствуйте, малыши! Здравствуйте! О, какой красивый домик! И вкусный! А не многовато ли сладкого, малыши? Это же угощение! Для меня, барашка и пандочки! Домик готов! Еще нужен садик! Эта стена очень вкусная! Нюшенька, может, орешков или кураги? Розы красивее. Стена сладкая. И окошко сладкое. И ступеньки. А крыша самая-самая сладкая. Барашек, но это слишком сладкое. Я же чуточку. Здесь будет садик. Ля-ля-ля, а я садик посадила. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Барашек, ты что, сломал наш домик? Нет, он сам. Я только попробовал. А чем же пандочку угощать? Садиком! Ой! Ого! Что это у вас? Ой! Ничего! Все сломалось! Давай починим! Нет! Печенье кончилось! А это что? А это тоже сладости! Еще и полезные! Потом окошки.
Ай да малыши! Какой красивый, сладкий дом! И полезный! А ты, барашек, что не угощаешься? Я наелся! Наелся? Ты же только чуточку попробовал! Чуточка была слишком сладкая! Можно мне чаю? Конечно, можно! И чаю, и полезных сладостей можно! Сколько угодно! Приятного аппетита, малыши! Спасибо! Сладости! Джем, повидло и варенье! Ах, какое наслаждение! Их из вазочки хрустальной чайной ложкой зачерпнуть! Вот джем, повидло и варенье поднимают настроение! Только если есть все это понемножку, по чуть-чуть! Ёжик! Что ты будешь делать из этих фруктов? Сладкий салатик. Барашек, ты тоже будешь делать салатик? Нет, я уже сделал сладкую конфетку. А ты, крошек, что будешь делать из морковки? Салат или конфетку? Я ее просто так съем! Она очень сладкая! Джем, повидло и варенье, мармеладки и печенье поднимают настроение, с ними жить чуть-чуть вкусней. Да. Джем, повидло и варенье уплетайте с наслаждением, но при этом не забудьте угостить своих друзей. Магазин. Здравствуйте, малыши! Здравствуйте! Но мы не малыши! Мы играем в дочки-матери! Я мама! А я дочка? Нет! Ты сыночек! А куда это вы идете? Мы идем в магазин! Я пойду за фруктами, а ты, сынок, стой тут и никуда не уходи! Ага! Ой, а что это там? Это молоко. Молоко. А это? Это йогурт. Йогурт я люблю. А это что? Кажется, масло. Ой. Голубику мне, а малинку барашеку. Фрукты. Нюшенька, ой, мама, пошла за фруктами, я ее догоню. Мама! О, ой, нет, не мама. А где барашек? Убежал тебя искать. Сейчас я его догоню. Кажется, я тебя уже видел. Ищу Нюшеньку, ищу, а нахожу только это. Может, потому что это никуда не бегает? Точно, тогда я тоже не буду бегать. Все, она меня не нашла, надо ее позвать. Правильно, барашек. Нюшенька! А я помогу. Нюшенька! 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 Я тут, барашек! И я тут! Ой! Будешь сегодня есть на десерт личи, барашек? Это не есть! Это чтобы не потеряться в следующий раз! Молодец! Сынок! И правильно! Всегда нужно договариваться о месте встречи, чтобы, если что, найтись! Я потерялся. Ёжик, что случилось? Ты что-то потерял? Я сам потерялся. Все на месте, даже старенькая книжка.
Потерялся только недотёпа Мишка. Мы пойдем его искать и посмотрим под кровать. Поглядим, он тут как тут, ждет, когда его найдут. Хоть и потерялся, но не растерялся. А что делать, если потерялся? Не прятаться и не убегать. А на помощь нужно звать? Конечно, громко-громко. Я потерялся, помогите! И обязательно слушать объявление. Ёжик! Ёжик! Молодец, малыш, все правильно сделал. Если вдруг ты потеряешься, малышка, ты веди себя, как этот храбрый Мишка. Никуда не убегай, находиться помогай. Громко-громко голоси и о помощи проси. Помни, даже если потерялся, важно то, что ты не растерялся. Няни. Здравствуй, барашек. Здравствуйте. Ого, сколько ты воды выпил? Да, мы с мячиком любим пить. С мячиком? Вот, мячик тоже пьет. Удивительно, и правда пьет. О, пойду к Нюшеньке, будем мячик нянчить. Привет! Ой, кто это? Мячик. Он знает, что делает. Писает. Ой. Ой-ой-ой, малыши, мячику срочно нужен горшок. Барашек, срочно! Этот горшок слишком большой. Ох. Потерпи, пожалуйста. А этот слишком маленький. Да, нужен удобный горшок по размеру. Теперь в самый раз. Молодец, барашек! Молодец, мячик! Ох! Ой! Ох! Ой! Ой! И Нюшенька тоже молодец! Все молодцы, такое важное дело сделали. Совсем как взрослые. Приучение к горшку. Что это? Это горшок. У поэта нынче шок. Вышла песня про горшок. Развеселенький стишок. Про зелененький горшок. Если ты от пола три вершка, никуда тебе, дружочек, без горшка. Неуместны тут смешки, неуместны тут смешки. И да здравствуют горшки! Малыши, что мы делаем, если хотим в туалет? Достаем горшок! Снимаем штанишки! Писаем! Надеваем штанишки.
еще сам выливаю горшок в унитаз. Какой же ты молодец, Крош. За окном летит снежок. Хорошо. А мы сядем на горшок. Хорошо. За окном кружит пушок. Хорошо. А мы сядем на горшок. Хорошо. Если ты от пола три вершка, никуда тебе, дружочек, без горшка. Неуместны тут смешки, неуместны тут смешки. И да здравствуют горшки, и да здравствуют горшки. На помощь. Здравствуй, барашек. Я не барашек, я отважная черепашка. Я побеждаю злых акул в море. Здорово придумал. Можно позвать друзей, ой, сделать целое море и поиграть в него вместе. Я их потом позову, когда море сделаю сам. Сам? Мне помощь не нужна. Это волны. А это... Водоросли, очень похожи. Друзья могли бы помочь. Я сам. Рыбка. Угу. И с этим сам справишься? Да. Серьезная хищница. Ну что, зовем друзей? Еще рано, море не готово. Вот, в море нужны скалы. Сейчас я их достану. Малыш, коробка большая и тяжелая. Сейчас тебе точно нужна помощь. Не нужна, я отважная черепашка. Ой, доигрался. О, ребята, на помощь! Малыши, бегом сюда! Помогите черепашке! Что случилось? Кому помочь? Мне! Вытащите меня, пожалуйста! Спасибо! Никакой я не отважный! О, какая зубастая! А это кто все сделал? Барашек, ты? Да, это море сделал барашек сам. Барашек, а можно в твое море поиграть? А поможете мне со скалами? Как же я горжусь нашим самостоятельным барашком. Я сам. И кто же это сделал? Это я сам. Очень красивая улиточка, барашек. Я сам сам подпрыгну к небесам, сам сложу игрушки, сам помою ушки, сам отвечу, сам спрошу, сам коленку почешу. Я сам. Наш малыш хочет все делать сам. Это очень хорошо. И он хочет сам наливать чай горячий. Горячий, пожалуй, рановато. Но он может быть главным по наливанию сока. А если он сам хочет перейти дорогу? Одному дорогу переходить нельзя. Зато он может сам перевести через дорогу маму, если мама боится. Правильно, барашек. А как замечательно, вот как замечательно. То, что любишь делать ты все самостоятельно. Есть такой секрет, дружочек, его видно по глазам. Интересно делать очень то, что делаешь ты сам. Сам, сам, сам. Я сам, сам подпрыгну к небесам, сам сложу игрушки, сам помою ушки, сам отвечу, сам спрошу, сам коленку почешу. Я сам.
Я сам, я сам. Сюрприз. Здравствуй, барашек. Здравствуйте. Вот это да! Какая чудесная панамка! Это для Нюшеньки. Вот, Нюшенька. Сюрприз. Барашек, похоже, Нюшеньку не удивил твой сюрприз. Не удивил. Ого, какая панамка. Твоя? Это для Нюшеньки. Чудесная получилась панамка. Верно, ежик? Ага. То-то Нюшенька удивится. Вот, это тебе. Для Нюшеньки. Вот это панамка. Да! И правда, удивительная. Ой. Доброе утро. Привет. 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 Так вот, почему Нюшенька не удивлялась твоему сюрпризу. Барашек, она спала. Какому сюрпризу? Вот. Вот это панамка. Нравится? Очень. Удивительная панамка и удивительная история. Правда, малыши? Я удивляюсь. Что случилось с барашком? Барашек удивился! Я удивился! Ого! Ух ты, ух ты, ух ты! Вот это да! Ничего подобного не видел никогда! Ух ты, ух ты, ух ты! И ого-го! Больше и не скажешь ничего. Надо, братцы, удивляться. Надо, братцы, удивляться. И не стоит этого стесняться. Потому как без сомнения. Потому как без сомнения. И придуман этот мир для удивления. А ты чем меня удивишь, крошек? А я вот так могу. Ух ты! Удивительно. А еще... Здорово! Опа! А еще я вот так могу! Что? Вот это да! Молодец, крошек! Удивил так удивил! Ого! Мы поднимем наши брови высоко и в огромном удивлении скажем «О!» Солнце встало, солнце село, удивительное дело, удивительное дело. Надо, братцы, удивляться, надо, братцы, удивляться. И не стоит этого стесняться. Потому как без сомнения, потому как без сомнения. И придуман этот мир на удивление. Ух ты! Гости. Добрый день, малыши. Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте. Что ты делаешь? Кажется, барашеку грустно. Сможешь его развеселить? Смогу. Побежали играть. Не, я буду тут сидеть. Хорошо. Ты будешь сидеть, а я приду к тебе в гости.
Здравствуйте! Тук-тук-тук! Барашек дома? Нюшенька, в гости интереснее играть, если у домика есть дверь. Нюшенька, заходи. Барашек, а почему ты не спрашиваешь, кто там? Вдруг это совсем не Нюшенька? Да! А я твою косичку вижу. Это потому, что дверь невысокая, квадратная. Нужна другая дверь, повыше! Смотри, барашек! Нюшенька взяла два квадрата и сделала прямоугольник. Прямоугольник? Кто там? Гости! Гости? О, Нюшенька, заходи! А я не одна! Я с тортиком! Чтобы шарик не было видно, нужно, чтобы прямоугольная дверь стала... Еще выше! Оп! Кто там? Это мы, медведи! Заходите в гости! Мы тоже тортика хотим! Какие молодцы наши малыши! И новую фигуру выучили, и грустного барашека развеселили. Прямоугольник. В нашей комнате живет прямоугольник, он с тобою встречи ждет. Прямоугольник, головою поверти и скорей его найди. Дверь в стене и книжный шкаф, прямоугольник. Даже книжка на руках, прямоугольник. И окно, и подоконник тоже прямоугольник. Это прямоугольник. А теперь это квадрат. И снова прямоугольник. Шкаф прямоугольный. Книжка квадратная. Нет, книжка прямоугольная. В нашей комнате живет прямоугольник, он с тобою встречи ждет. Прямоугольник, головою поверти и скорей его найди. Фото папы, фото мамы, прямоугольник. Для этих фоторамы прямоугольник нарисуем мы подряд. Раз квадрат и два квадрат, и получим сразу прямоугольник. Прямоугольник! Вертушки. Здравствуй, Нюшенька. Здравствуйте. Здравствуй, барашек. Здравствуйте. Привет. Нюшенька, мне кажется, барашек приготовил для тебя сюрприз. Похоже, вертушек слишком много. Что же делать? Поделиться! На! Ой, спасибо! Как здорово ты придумала, Нюшенька! Ага, одну барашеку! О! Другую мне! Барашеку! И... Ой! В чем дело, Нюшенька? Вертушки закончились! У барашека больше! А тебе хотелось поделить вертушки поровну, да? Ага, поровну.
Может, у барашка получится поделить вертушки? Ага, одну тебе, другую мне. А эту снова тебе. И... Ой. Все равно не поровну? Опять не поровну. Ага, у кого-то больше, у кого-то меньше. Что же делать? А? Я! Я! Ой! Привет! Придумала! Одну барашеку, одну крошеку! Да! Одну! Мне! Теперь поровну! Умница, Нюшенька! Поделила игрушки поровну. Никого не обидела. Поровну! Ура! Поровну! Малыши, как мы поделим сапожки? Поровну! Чтобы не было обидно, чтобы не было обидно, чтобы не было обидно никому, никому. Мы разделим все цветочки, мы разделим все грибочки, мы разделим по закону, по-простому одному. Поровну, поровну, мы разделим поровну и тебе, и ему, и тебе, и ему. Поровну, поровну, мы разделим поровну, это значит, не обидно никому. У кого листьев больше? У меня! А у меня меньше. Ой, а теперь? И теперь меньше. Все равно меньше. Все равно. А теперь? А теперь поровну. Ура! Поровну, поровну, мы разделим поровну и тебе, и тебе. И тебе, и ему. Поровну, поровну, мы разделим поровну. Это значит, не обидно никому. Никому. Это значит, не обидно никому. Давай играть. Здравствуй, барашек. Что-то случилось, малыш? Случилось. Привет, барашек. Здравствуй. Давай играть. Не хочу. Не хочешь? Хочу в мячик. В мячик? Давай. А где он? Нету. Лопнул. Ой, как? Грустно? Да, грустно, грустно-прегрустно. А можно я буду с тобой грустить? Можно. А как надо грустить? Вот так. Барашек, а можно так грустить? Так. Можно, наверное. О, камешки! Барашек, а вот так можно грустить? Можно. О, гора. О, а вот так. И так. Лучше так.
красиво. Погрустим еще. Ой, а мне уже не грустно. Может, поиграем? Давай! Вот так нагрустишься с друзьями, и грусти как не бывало. Молодцы, малыши! Я грущу. Эх. Малыши, почему вы вздыхаете? Мы грустим. Ходит дождик за окошком. Стало грустно нам немножко. Мы сидим и грустим. Не рисуем, не читаем. И в игрушки не играем. Ничего мы не хотим. Мы грустим. Мы грустим. Нюшенька, ты грустишь? Да, грущу. А почему? Я хочу гулять, а там... Это каждому понятно, что грустить нам неприятно. Но уж раз сгрустнулась, пусть. Ведь всегда проходит грусть. Ведь всегда проходит грусть. Погляди в оконце, за оконцем солнце. Скакалка. Я быстрее, а я выше. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. О чем это вы спорите? Я лучше прыгаю. Нет, я. Я вот так умею. Какие ловкие девочки! Правда, барашек? Здравствуйте! Ага! Привет, барашек! Смотри, как я умею! А можно мне тоже? Конечно, можно, барашек! А где твоя скакалка? Нету! Возьми! Спасибо! Давай, за мной! Я не умею. Девочки, давайте научим барашика прыгать на скакалке. Я научу! Смотри! Оп! 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 Ловко получается. А еще можно так. Оп! Получается. Нюшенька научила барашика прыгать. И пандочка научила барашика прыгать. Но как барашику попрыгать на скакалке? Вместе? Прыгай, барашек! Оп! Получилось! Оп! 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 Вот так! Здорово! Скажите-ка, малыши, кто же прыгает лучше всех? Нюшенька! И пандочка! Барашек! Если взяться вместе, все обязательно получится. Молодцы, малыши! Прыжки. Прыг, 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 прыг. Вот веселый скачет зайчик. Прыг, прыг, прыг. А за
зайцем скачет мячик, прыг-прыг-прыг. Скачет зайчик, скачет мячик. Скачет мячик, скачет зайчик. Прыг-прыг. Прыг. Скачет белка по тропинке, прыг-прыг-прыг. И кузнечик по травинке, прыг-прыг-прыг. По тропинке, по травинке. По тропинке, по тропинке, прыг. 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 Можно прыгнуть, прыгнуть, прыгнуть высоко. Можно прыгнуть, прыгнуть, прыгнуть далеко. Но всего важнее, малыши, это прыгнуть от души. Прыг, прыг. Прыг, прыг. Прыг, прыг. Прыг, прыг. Вот веселый скачет зайчик, прыг, прыг, прыг. А за зайцем скачет мячик, прыг, прыг, прыг. Скачет зайчик, скачет мячик, скачет девочка и мальчик, прыг, прыг, прыг. Скачет Паша и Наташа, прыг, прыг, прыг. Коля, Петя, Лена, Саша, прыг, прыг, прыг. Скачут взрослые и дети, птицы, звери, все на свете, прыг, прыг, прыг. Скачут взрослые и дети, птицы, звери, все на свете, прыг, 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 прыг. Ой! Пароход. Здравствуй, принцесса Нюшенька. Здравствуйте. А что ты делаешь посреди моря? А, наверное, ждешь принца. Да, барашка. Здравствуй, принц барашек. Здравствуйте. Готов переплыть море? Нет. Не переживай, барашек. Тебе просто нужен подходящий транспорт. Транспорт? Этот? Тебе понадобится то, на чем можно переплыть море. Лодка! Ну что, барашек, не получается. Что бы такое придумать? Парус! А я тут. Не расстраивайся, барашек. Просто тебе нужен другой транспорт. Посильнее. Посильнее? Как у крошика? Крошик, можно взять трубу? Пожалуйста. Бери! Ух ты! Был паровоз, стал пароход. Пароход! Смелый барашек и сильный пароход спасли нашу принцессу. Как хорошо, что есть друзья и морской транспорт. Морской транспорт. По волнам бежит кораблик, ветер дует в паруса. Чудеса! А за ним плывет огромный белый-белый пароход. И гудит, и ревет. По волнам в гости к нам. Смотрите, лодка! Правильно, Нюшенька, это лодка. Ее легко узнать по веслам. А это тоже лодка?
Это Катя. У него нет весел, зато есть сильный мотор. Привет, парусник! Да, Нюшенька, кораблик с парусами называется парусник. Корабли и пароходы, лодки, яхты, катера, все плывут к нам, ура! Вот такой красивый транспорт, удивительный такой. Он какой? О, морской! По волнам, в гости к нам. По волнам, в гости к нам. Помощница. Здравствуйте, малыши! Привет! Барашек, у тебя новый велосипед. Вот здорово! Здравствуйте! Здорово! Ух ты! Велосипед! А чего не катаешься? Я не умею. Давай! Это просто! Просто? Пандочка, а может быть ты научишь барашека кататься на велосипеде? Ага! Что-то не получается. О, крутится! Давай лучше ты. Я? Я вообще-то на велосипеде не каталась еще. Не каталась? А хочешь попробовать? Я расскажу как. Да! Но сначала самое важное – защита. Надень шлем. Руками возьмись за руль, а ноги поставь на педали. Так? Так. Получилось! Теперь ты. Попробуй, барашек. У тебя получится. Не бойся, барашек. У тебя же шлем. Ну видишь, барашек, получилось. Какие же вы смелые малыши. Велосипед. Пандочка, скажи, пожалуйста, как надо правильно кататься? Надо ногами крутить педали, а руками рулить. Правильно. И главное не забывать про защиту. Дзынь-дзынь. Да! Вы такого не видали. Крутим, вертим мы педали. И звоним, звоним, звонок. Дзынь-дзынь. Чтобы каждый мог услышать, чтобы каждый мог увидеть, чтобы каждый нас заметить смог. Я катаюсь на четырех колесах. А я на трех. А я на двух. Цин-цин. О! А он на одном. Мелькают спицы, конь железный мчится, мчится, развивает кудри ветерок. Едут, едут по планете дети на велосипеде. И звонят, звонят звонок. Чтобы каждый мог услышать, чтобы каждый мог увидеть, чтобы каждый их заметить смог. Чтобы каждый мог увидеть,
их заметить смог. Цинь-цинь. За Соня. Добрый день, малыши. Здравствуйте. Добрый день. Как провели утро? Играли, гуляли, рисовали. А теперь что будете делать? А теперь будем спать. Очень правильно. Вечером еще столько дел, нужно набраться сил. Ага. В чем дело, ежик? Не спится. Ежик, надо поспать. Но не спится. Ой, барашек, ты хочешь помочь ежику поскорее уснуть? Ага. Похоже, колыбелька не помогла. Барашек, а что если попробовать колыбельную песенку? Колыбельная не помогает. Что же нам делать? А знаете, малыши, когда мне хочется поскорее уснуть, я считаю барашков. Вот, ежик, считай барашков. Раз барашек. Два барашек. Барашек. Четыре. Молодец, барашек. Помог ежику уснуть. Теперь бы и самому не пропустить дневной сон. Ага. Сладких снов, малыши. Набирайте сил. Вечером будет еще столько интересного. Дневной сон. Очень сладок сон дневной, засыпай скорей, родной. Днем поспать полезно, братцы, чтобы силы поднабраться. Час-другой гляди, поспишь и готов скакать, малыш. Сон дневной, как батарейка, зарядись-ка поскорей-ка. Час-другой гляди, поспишь и готов гулять, малыш. Очень сладок сон дневной, засыпай скорей, родной. Чтобы дольше погулять, чтобы больше поиграть, надо днем чуть-чуть поспать, надо днем чуть-чуть поспать. Баю-бай. Фокус. Здравствуйте, малыши. Здравствуйте. Привет. Пандочка, что случилось? Кажется, пандочка сегодня грустит. Милая, а почему бы тебе не поиграть? Вон как барашеку весело. Весело?
Ну, пуговица одна. Грустишь, потому что у тебя нет пуговицы? Зато смотри, какая у тебя есть коробочка для фокусов. Для фокусов? А где фокус? А ты закрой коробочку, нажми на кнопку и снова открой. Где скрепка? Вот и фокус. Была одна скрепка, а теперь ни одной. Фокус! Барашек! Барашек! Хочешь фокус? Фокус? Хочу. Давай пуговицу. Сколько пуговиц? Одна? Одна. А теперь ни одной. Ни одной. Фокус. Фокус-покус. Ну вот, теперь пандочке весело. Да. А барашек загрустил. Почему? Наверное, потому что ему больше не с чем играть. Пуговицы-то нет. Ни одной. Ни одной. Есть! Одна есть! Открывай. Пуговица! Пуговица! Давай еще! Одна. Хорошая штука. Фокусы. Правда, малыши? А самое хорошее, что никто не остался один. Ни одной! Один и ни одного. Ого-го, ого-го! Вот листочек последний на ветке повис, а потом сорвался вниз. Был один, ого-го, был один, ого-го, а теперь ни одного. Был один, ого-го, был один, ого-го, а теперь ни одного. О-о-о, о-о-о-о. Вырос только один на полянке грибок, чтобы ты заметить мог. Был один, ого-го, был один, ого-го, а теперь ни одного. Был один, ого-го, был один, ого-го, а теперь ни одного. Барашек, сколько у тебя крокодилов? Крокодилов один. А теперь сколько? Ни одного. Один милый ежик. Ни одного милого ежика. Одна красивая Нюшенька. Ни одной Нюшеньки. Вот лежит на тарелке один пирожок. Ну-ка съешь его, дружок. Был один, ого-го, был один, ого-го, а теперь ни одного. Был один, ого-го, был один, ого-го, а теперь ни одного. Вот такой вот, ребята, старинный секрет. Что-то есть и раз, и нет. Не успеешь сказать ого-го, ого-го, и уже ни одного. Thank you.